спортом Российской Федерации. Федерацию бильярдного спорта России. Федерацию бильярдного спорта Свердловской области. Администрацию города Екатеринбург. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. Центр спортивных мероприятий Свердловской области. Также благодарим официальных партнеров проекта. Генеральный спонсор – инноваторская компания «Первый строитель». Генеральный партнер – жилой комплекс «Московский квартал». Официальная площадка кубка – бильярдный клуб «Павлик». «Тетрис Групп» – фабрика «Старт». Наш информационный партнер – телерадиокомпания «Урал». Актуальные новости в программе «Вести Урал» каждый день в прямом эфире на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24». Наш информационный партнер – «Радио Майя». 7 часов утра до 9 утра за порцией бодрого настроения, хорошей музыки и позитивных новостей пожалуйте на частоту 108 FM. До старта остаются считанные мгновения. Екатеринбург приветствует участников и гостей первого международного Кубка мира. Кубка главы Екатеринбурга по бильярдному спорту. Динамичная пирамида. Проходили игры первого и второго этапа. Как это было, давайте посмотрим. Императорской игры, рука фортуны.
всех хочу поприветствовать на открытии Кубка мира по бильярдному спорту «Динамичная пирамида». Вернется свет блистательных полет, дуэль сильнее. Кубок мэра переродилась в Кубок мира. Чего я несказанно рад, потому что действительно это событие, которого в Екатеринбурге до настоящего времени не проходило. Девелоперская компания «Первостроитель».
генеральный партнер жилой комплекс «Московский квартал». Ну что ж, мы начинаем финальные игры Кубка мира. Кубка главы Екатеринбурга по бильярдному спорту «Динамичная пирамида». Здравствуйте, уважаемые зрители! Такую красивую заставку мы сейчас с вами наблюдали. Большое восхищение организаторам этого турнира, и очень жалко, что он уже заканчивается. Тем не менее, у нас с вами финальные матчи сегодня. Длительное представление спортсменок уже было, все их основные звания и титулы были озвучены. Меня зовут Александра Гизельс, я мастер спорта международного класса и чемпионка мира. По бильярду прокомментирую для вас этот турнир. И еще к нам присоединится немножко позже Павел Щербинин. Спортсменки производят раскат, чтобы выбрать, кто будет исполнять начальный удар.
Диана Миронова всегда забирает разбой себе, никогда его не отдает соперницам, и некоторые спортсменки отдают ей разбой. И иногда она на турнире предлагает вообще сразу что-то нечто или там выбрать, кто будет производить начальный удар. Ну и смотрим. Неточный разбой, но биток неплохо становится на другую половину стола, если бы не прикатившийся шар в среднюю лузу, с которого можно начинать атаку. Хотя для первого удара надо сказать, что он не самый простой. Очень быстро пролетела эта неделя турнира. Казалось, только что было открытие, и вот уже финальные матчи. Я напомню, что финал среди мужчин начнется в 16 часов по местному времени, то есть в 14:00 по московскому. Всех приглашаю обязательно его посмотреть. И Валерия Емельянова решилась на этот удар. Такой немножко сорвала немножко удар. Видим, что подбилась пирамида. У Дианы позиция раскрылась. И при такой позиции несколько есть вариантов выходов. Очевидный, конечно, в среднюю лузу под свояка, но также есть еще как минимум два свояка в левую нижнюю лузу. Но, судя по оттяжке, Диана будет выходить именно в среднюю. Выход в среднюю лузу еще хорош тем в данном случае, что при сыгрывании этого свояка возможен подбой шаров, которые стоят у короткого борта. Таким образом, позиция станет еще более открытой, меньше шаров останется на коротком. Что очень на руку Диане. Ну да, подбой произошел, но глобально ничего не поменялось. И снова чужой на оттяжке выход как раз-таки в левую нижнюю лузу. Снова при сыгрывании свояка возможен и будет подбой бортовых шаров. И вот здесь позиция может уже немножко улучшиться. Забивает шестой чужой Диана. И неужели немножко перекатывается сейчас биток? Разбой Валерии Емельяновой. Посмотрим, чем же она ответит. Очень хочется посмотреть на ее игру как можно больше в этом матче. Хочется, чтобы была борьба, интрига и не было явного доминирования. Но все зависит от двух спортсменок. Не просто так они оказались в финале. Валерия Емельянова проделала такой очень непростой путь. Один из ее матчей длился более 6 часов с Натальей Кирпичниковой, и в контровой партии Валерия одержала победу. В динамичную пирамиду разбой не такое большое значение имеет, как, например, свободную, что мы наблюдаем на каждом турнире. Но, конечно, забивать начальный удар – это всегда преимущество. И Валерия перебивает. Да, сантиметров 15 сейчас перебивает Валерия. Вот у нее можно предположить, что у нее как раз-таки волнение присутствует.
нам присоединяется Павел Щербинин. Диана снова на серии после ошибки на начальном ударе от Валерии. Пока нет никаких оснований предположить, что эта партия не закончится тоже 8 шарами с кия. Поспешила я в своих выводах. Ошибается Диана сейчас на чужом на оттяжке. Безусловно, это частая ошибка, хоть и самый стандартный удар при игре в динамичную пирамиду. И у Валерии появляется шанс продемонстрировать свое мастерство.
Ну что ж, всем добрый день, дорогие друзья. И вот у нас финал, заключительный день наших соревнований, Екатеринбург. 12:30 по местному времени, 10:30 по Москве, если взять это за ориентир. Ну что, финал, как думаете, предсказуемый или нет? Диана Миронова постоянно участница женских финалов. Я даже, если честно, не припомню, на каком из турниров ее не было за последнее время. Вот представление было великолепное, да, 31-кратная чемпионка России, 12-кратная чемпионка мира. Ну, титулы собрала она абсолютно все. Я даже не знаю, что еще она не выиграла. И, конечно же, все мы помним ее просто восхитительную победу, шедевральную, я не знаю даже, как еще это описать, на последнем Кубке чемпионов, который вот проходил у нас буквально там пару недель назад, где победила она, напомню, подряд 4 чемпионов мира. Достана Лепшакова, Никиту Леваду, Сергея Крыжановского, и в финале одолела Диана Никиту Володина. Ну, я могу так сказать, что даже, наверное, мало кто может похвастаться так из мужчин вот такими вот достижениями. Диана показала просто шедевральную игру. И вот, если честно, даже как-то я и сказал: Диан, лично мое мнение, ты величайший спортсмен в истории русского бильярда. Потому что такое достижение вряд ли кому-то еще покорится. И действительно показала она именно то, что даже девушки, да, когда отличают у нас различия в мужском и женском спорте, что якобы женщины слабый пол и так далее, нет. Диана доказала всем то, что абсолютно любой человек, ну не абсолютно, конечно, любой, это я утрирую, но при должном желании, подходе, тренировках, можно совершить абсолютно все. То есть нет ничего невозможного. Это спорт, это прекрасно, мы за это его и любим. И вот опять-таки она доказывает это своими великолепными действиями, выигрывая вторую партию подряд. Достаточно в быстром темпе, конечно, играет всегда Диана, именно в мужском темпе. Это как раз и позволяет ей обыгрывать сильнейших спортсменов. И вот счет у нас становится 2-0.
Уважаемые зрители, встреча продолжается.
важная, конечно, партия, особенно для Валерии. Хотелось бы зацепиться, открыть счет и показать, на что Валерия способна. Мы в течение турнира видели много красивых ударов от нее. Вот, например, такой, как этот. Да, отличный удар, кстати. И вот то, о чем я говорю, что да, вот в случае ошибки не довела немного биток Диана, дала возможность, открыла как раз именно нижнюю часть шара, благодаря которому оттянула так себе на центр. И вот смотрим. Отличный шанс для Леры зацепиться в этой партии. Пока что на три шара она отстает. 4-1. Просматривается у нас здесь очевидный выход опять-таки на свой шар после забитого чужого. Но мы видели, как иногда и чемпионы мира в мужском разряде ошибались в ударе с руки. И как мы видим, уже не говорили об этом, да, мы находимся в музее архитектуры, переехали мы с клуба «Паблик», другая абсолютно обстановка, и вот здесь даже, наверное, вот эта атмосфера, не будет ли она давить на Леру, потому что Диана, она просто в этой атмосфере плавает, она чувствует себя там, как рыба в воде, ей не важны камеры, двигаются они там, и здесь, ей все равно абсолютно, она себя чувствует в своей тарелке. Но это очень и очень тяжело, поверьте, когда ты находишься вот внутри этих событий, и вот подходишь к столу, давление очень и очень серьезное. Итак, три шара уже от Леры, свой удар с руки. Видно продолжение, то есть на остановке или даже на совсем небольшой оттяжке она будет сыгрывать. Я думаю, проще выполнить остановку на плотном ударе, чем совсем небольшую оттяжку. Все-таки, и если Валерия все-таки остановит шар, то свой будет на более сильном ударе и получится лучше подбить. А если она бы оттянула посильнее, соответственно, немножко бы угол изменился и очень мягко бы играла свояка. Но вот сейчас соседний шар точно должен подбиться. Да, ну вот как раз получилось у меня чуть-чуть угадать, произошла небольшая оттяжка, хотя, возможно, она пыталась сделать остановку, поэтому, думаю, Саш, мы с тобой оба угадали. Но разбирали мы, кстати, вот как раз с Сашей некоторые позиции, да, и говорили о том, что вот в предыдущем, например, ударе можно выставить было шар так, сделать оттяжку, и шар пошел бы ровно по той линии, да, достаточно удобной для сыгрывания свояка, то есть не в сторону, а именно вот ровно по той линии. И неважно было бы, откатится шар у тебя 20 сантиметров назад, полметра или метр, но у тебя будет всегда выход. Вот мы как раз буквально так обсуждали это впятером со спортсменами, что есть и такой вариант, то бишь такая, как называемая, игра с запасом, потому что выходить в узкую зону очень тяжело, и с учетом того, что ты играешь с руки, конечно, старайся делать удар, так называемую линию выхода. Перебивает опять-таки, но сравнивает счет 4-4. Да, конечно, в матче с Дианой, чтобы навязывать ей борьбу, нужно складывать побольше шаров и хотя бы не ошибаться на простых и средних. То есть понятно, что на сложных могут ошибаться все, да и на простых могут ошибаться все. Но чтобы забирать партию, хотелось бы больших серий от Валерии, потому что 4-4 в эту игру — это, конечно, совсем не преимущество. И Диана совершенно спокойно затягивает свой к себе. Просматривает сейчас, куда нужно привести биток, чтобы было продолжение в правую среднюю лузу. И как раз то, о чем говорил сейчас Павел, что можно выбрать, лучше немножко перетянуть или не дотянуть. И в данной позиции, конечно, лучше немножко не дотянуть, чтобы, если что, сыграть свой, например, в отскок, чем бить тончайший свой. И вот перебивая Диана, да, действительно немножко перевела выход. Тонковатый у нее был свой, не такой комфортный, как мог бы быть, если бы шар остановился немножко раньше. Но, тем не менее, у Валерии атаки
Нет, можно затягивать на левом нижнем вращении в правую нижнюю лузу. Много таких ударов мы наблюдали. А можно придумать что-нибудь интересное? Да, но, Саш, боюсь, что если будет происходить вот тот удар, о котором ты говорила, возможно, шар от длинного борта подобьет эту пару. Нет, я говорю про свой от прицельного, который у длинного борта. Так, вот поправили нам экран. Как оказалось, вот обратил я взор на чат, и, видимо, не было у нас звука какой-то момент. Но, друзья, нет, мы здесь, мы продолжаем работу в прямом эфире. По независящим от нас причинам, у нас-то, как мы видим, все работает, мы себя прекрасно слышим, поэтому спасибо, поправляйте. Просто не можем мы держать рядом телефоны, чтобы не было фона. Поэтому приходится вот чуть подальше держать и... Так, вот такой вот интересный удар, но чуть сильнее он производится, да, прекрасная маска. Но... Прекрасная маска была бы, если бы больше шаров не было на столе, да, кроме вот этих да, трех. Да, согласен, но именно конечно... вот сейчас от этого шара будет отыгрываться Лера, и вот теперь что дальше? Такая двухходовочка, скажем так. А вот теперь интересно, что предпримет Диана. Но при этом шар так поставлен, что если даже, мне кажется, просто оставит шар на коротком, то не будет чужого. Как мы знаем, у нас лузы, о которых мы уже говорили, сделаны специально под новые, под легкие шары. И вот даже сверху хороший ракурс, кстати, впервые он у нас есть, потому что на предыдущих наших трансляциях в бильярдном клубе Public его не было. И вы можете прям... подробно рассмотреть как раз вот этот вот разрез, параллельный разрез луз, о котором нам говорили не раз. Так, ну вот теперь смотрите. Свой к себе читается. Самое простое решение. Тут единственный момент, что немножко тоньше нужно попадать для того, чтобы свой шел к себе. И в этом случае надо контролировать прицельный, чтобы он не вышел на среднюю лузу. Но, похоже, Валерий атакует чужого. На этом столе крайне сложный шар, хоть он может выглядеть и простым, но, правда, даже многие мужчины-спортсмены даже бы его не били. Да, если честно, как по мне, он просто не падал. Вот с таким как раз, под таким углом. Я бы, если честно, вот от этого шара, который мы видим, пытался играть свой как раз на эту же лузу, ну, такой примерно с игровым дуплетом. Угу. Вполне себе, потому что ты биток оставляешь, да, и в этой игре все-таки в игре одним шаром, как я считаю, даже можно играть практически большинство чужих там и через весь стол, и мы видели много таких ударов, но при этом биток надо контролировать. А почему нет? Но выбирает вот почему-то такой вариант. И Диана атаковала среднюю лузу, не забивает, и вот сейчас снова появляется шанс у Валерии, пора уже цепляться за этот матч, хотя бы за эту партию, потому что таких шансов может и не быть, как да, мы знаем. Абсолютно. Абсолютно согласен. И вот так показали на мельком Диану, не любит она сидеть долго, она любит находиться у стола, зачищать стол, как мы иногда говорим у себя в клубе, операция «Чистый стол» должна быть произведена. Так, вот, ну это вот это срыв удара попала сейчас левее на битке Валерия, причем, да, сказывается очень сильно волнение, все-таки не нащупала еще свою игру, не справляется пока с таким с напряжением этого финала Валерия, и очень надеемся, что скоро справится и продемонстрирует нам. Да, но в этом как раз и вся Диана Миронова, она не хочет затягивать. Она как каток всегда проходится по своим соперницам, да, иногда даже вот у нее такое выражение лица, что вот глядя на нее, мне честно скажу, Саша, иногда страшно становится и просто находиться рядом, особенно когда какой-то напряженный матч был, я не раз на ее матчах именно Кубки чемпионов, и вот такой момент, когда, знаете, вот лучше человека не трогать, потому что мало ли прилетит. Мне кажется, можно заряжать телефоны в этот момент от нее, она прям так... очень и очень жестко всегда пытается как бы сыграть, всегда собрать партии с кия. Вот, ну вот теперь, да, конечно, ну, сложный удар, удар с борта. Просто здесь такой момент, Саш, что вот Лера может и не успеть, скажем так, привыкнуть, потому что несколько партий уже взяла, так Диана. И вот одна-две, и при таком счете, конечно, будет крайне ей сложно, но забивает она.
Итак, удар с руки. Вот получится ли в этой партии сейчас как минимум сравнять счет, а возможно и выйти вперед? Я замечаю, что, по крайней мере, первые две партии и половину этой, которую мы наблюдаем, что Валерия ускорилась по сравнению с тем, как она играла на турнире. И мы не так хорошо знакомы, я не так много за ней наблюдала, но вот вопрос, какой темп ее истинный? Тот, который сейчас, или тот, который был на протяжении, ну, почти всего турнира, когда я видела какие-то моменты? Просто если она сейчас как бы искусственно ускорилась, то это еще создает ей дополнительное напряжение. А если сейчас она, наоборот, играет в своем темпе, то какие-то промахи, и то, что мы видим, это как раз сказывается волнение финальное. Да, конечно, но здесь уже такая происходит такая некая борьба как раз умов, скажем так, потому что вы, наверное, наверняка замечали, даже вот те, кто любители бильярда, которые много проводят матчей в своих городах, в своих клубах, бывает такой момент, когда ты как будто бы отзеркаливаешь соперника, вот он играет очень быстро, и ты понимаешь, что тебе где-то надо подтянуться, ну, наверное, вот такой один из примеров, Саша, человека, которого ты знаешь очень-очень много, это Женя Салтовский, либо Дима Шкода, ребята, которые просто со скоростью света складывают шары, там Женя, по-моему, там у него 5 секунд был какой-то средний удар, и, условно говоря, человек находится у стола минуту, уже собрал 6 шаров, ты выходишь, а тебе надо что-то делать. И вот тебе вот хочется, у тебя вот в организме появляется, как зашкаривает адреналин, тебе хочется быстрее, 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 а и не всегда получается. В этом, конечно, как раз и смысл, условно говоря, бильярда, я считаю, что свой темп нужно держать. Он да, у каждого свой. Да, я об этом как раз-таки и говорю, что какой из этих темпов действительно свой. И вот здесь иногда бывает, да, то есть как бы хоть это у нас и не контактный вид спорта, да, но... человек, вот сейчас Диана устала, только она, да, и Лера сидит, и только в ее руках. То есть ты никаким образом не можешь повлиять на ситуацию. Очень обидно прикатывается тем временем прицельный шар после промаха Валерии, да, такой сильный удар, и такая широкая зона, в которую мог встать прицельный, и не было бы никакого варианта атаки. И тем не менее, он прикатывается именно к средней лузе. И вот неплохой задел сделала Валерия в этой партии, но, как говорится, не помогло. Не помогло, и 3-0, Диана впереди. Да, три партии, и вот... сколько у нас сейчас времени, сколько у нас времени ушло, это с учетом даже первого, час. Чуть еще меньше даже часа. И перерыв еще, даже час. Был, то есть у нас минут был 40. Перерыв, и было включение, у нас было прекрасное торжественное открытие, которое мы видели, да, нам показали, там живая музыка, артисты приезжали, ну, я надеюсь, вам это понравилось, потому что давненько мы не видели ничего подобного, я бы даже сказал, мы такого в принципе не видели, ну, лично я уж точно. Да, я тоже, я была очень даже потрясена тем, как красиво все это сделано, как профессионально, и вообще одно удовольствие находиться на этом турнире и наблюдать его. И генеральный партнер этого замечательного кубка – девелоперская компания «Первостроитель». Да, и, ну, кстати, благодаря ей как раз мы находимся, в принципе, здесь. Блестящее открытие. Вот общались мы как раз с руководством. Очень, очень довольны все, очень все всем нравится. Будем надеяться, что это вот как первый такой задел для нас. И будем приезжать мы все чаще и чаще. Вот напомню, такую фразу сказал как раз один из руководителей. Он говорит: ребят, я хочу, чтобы вы были здесь, как на рыбалке. Я хочу, чтобы вы уезжали отсюда с наслаждением и хотели сюда вернуться вновь, чтобы обстановка была, то есть, ну, здесь все, прекрасные номера, прекрасные там завтраки, обеды, ужины и так далее, то есть экскурсии нам делали, ну, действительно супер. Ну, с учетом того, что лично я нахожусь первый раз в славном городе Екатеринбург, очень давно я хотел посетить, вот, ну, просто восторг у меня вызывает, и очень жалко, что сегодня у нас заключительный день, прям, просто пролетело, как молния, вот эти несколько дней. Я вот только считал, думаю, а уже, оказывается, 6 дней прошло. И, кстати, да, вот опять-таки «Первостроитель» компания, да, который генеральный спонсор, и вот у нас также информационные спонсоры. Вот те ролики, которые вы видели, это как раз приезжали канал «Россия-1», «Россия-24», «Урал». Вот также на радио «Маяк» это все транслируется. Ну, спасибо им за это огромное. Ну, а мы продолжаем встречу, пока пару водных ударов сделали девочки. И снова перебивает. Достаточно много, там примерно полтора-два шара. Похоже, у Валерии план на игру
атака при малейшей возможности. Потому что в этой позиции такой свояк сложный и подбивается пирамида, а при этом можно было стандартные для игры одним шаром два борта к себе сыграть. Но Диана наказывает. Да, Диану абсолютно ничего не смущает. Еще раз повторюсь, она находится в своей тарелке, неважно в каком городе, в каком месте. Вот мне кажется, вот она когда встает вот на ТВ-формат, да, в таком варианте, для нее даже это лучше. Она показывает один из своих самых лучших бильярдов, назовем это так. Есть у нас, скажем так, выражение, даже вот вчера мы с Сашей обсуждали, что кто-то подходил и говорит: ребят, а у вас же есть сленговые выражения, да, в бильярде? Мы такие: ну да, конечно, есть. А говорят: а что вы их там особо не используете? Они говорят: ну мы, конечно, можем повторить, но большинству зрителей это может быть непонятно, да, и те, кто не сильно знаком там с бильярдной терминологией, а именно даже такой сленговых выражений, ну, будет резать ухо. Некоторые фразы, Саш, мы даже с тобой проговорили, да, почему, например, это мы говорим «сыграть шара», да, а не «сыграть шар», это вот именно сленговое такое устойчивое выражение у бильярдистов. Наверняка большинство из вас, кто играет, его слышали. Ну и многие-многие другие. Так, ну что, свой в центр сыгран. Вот здесь, скорее всего, да, предположу, что на оттяжке будет играть Диана под, и выходить под свой опять-таки в центр. Все же средний луз у нас шире. Средний луз у нас 80 миллиметров, а угловая 71. Да, но и хороший свой стоит в среднюю лузу. Близко, комфортный угол захода. Так что никаких проблем этот шар не должен вызвать у Дианы. Да, и вот уже пол партии. Так, а что здесь? Ну, соответственно, опять-таки, шар недалеко от центральной лузы, возле средней линии, максимально широкий угол атаки, и, естественно, выход будет сделан именно на этот шар. Да, снова на оттяжке. Типовой выход в динамичную пирамиду. Да, я вот напомню, что и Диана также собирала 15 шаров в эту игру. Вот мне даже интересно, а кто-либо из девушек вообще сделал что-то или что-либо подобное? Вот я лично не знаю. Просто это было при мне, потому что лично я держал камеру, когда это снимал, и потом так немного монтировал. Наверняка вы видели у Дианы как раз вот эти ролики. Так, и вот так загубилась, опять-таки, как мы говорим. Да, ну и похоже, что не виден свой сейчас в левую нижнюю лузу. Хотя, может быть, и виден, но очень тонкий. Да, не раз мы видели, что именно так останавливаются шары возле средней лузы. Хотя, играя вот на стандартных столах, которые изначально были как раз вот под обычные шары, мы это наблюдаем крайне и крайне редко. Обычно шар, касаясь губы средней лузы, он отходит в сторону, а здесь он остается практически возле нее, то есть нависает. Просматривает какую-то, похоже, атаку Валерия. Или все-таки проводку. Да, все-таки проводку. Конечно, в предыдущем ударе надо было такое решение искать, и тогда не было бы таких последствий в виде шести шаров у Дианы. А сейчас при таком попадании непредсказуемый отскок. Непредсказуемо сейчас выкатился как раз-таки свой для Дианы. Никаких сомнений. Даже практически не касаясь губ, падает шар. Так, ну что, и чужой с руки. 7 шаров у Дианы. Да, на уверенном ударе кладет она этот шар. И счет 4-0 в пользу Дианы Мироновой. Ну, говорили мы о том, как раз вот до еще матча, сможет ли Лера хоть как-то зацепиться, хотя бы взять вот одну, может быть, две партии, потому что, ну, на голову, конечно, Диана превосходит на данный момент по уровню. Опять-таки повторюсь, вот после вот этой вот просто феноменальной победы на Кубке Чемпионов, на другой уровень просто она поднялась, и ничего ее абсолютно не смущает. Ну, посмотрим.
Не хотелось бы, конечно, видеть сухой счет. Все-таки хочется видеть борьбу, но игра есть игра. Какой-то другой разбой сейчас будет нам Диана демонстрировать. Активный. Непривычный. Вот такой вот. Близко, близко попадает Диана. Ну, уже открытый бильярд пошел. Естественно, конечно, при таком счете можно творить все, что угодно. Я даже не исключаю, что на публику может она поработать. Она это очень любит, за что мы ей благодарны, потому что мы хотим, чтобы бильярд был чуточку эмоциональнее, скажем так. Да, как бы, хотя такая игра, да. Да, но вот я сейчас не удивлюсь, если Валерия будет бить в левую нижнюю лузу свояк вот от верхнего шара, что она снова не будет отыгрываться и уже будет по максимуму тоже активничать. Очень много болельщиков у Дианы нас смотрит. Много и болельщиков, и друзей, родители Дианы. Тренер ее Сергей Бауров всегда болеет и переживает. И за Валерию тоже болеют и Ставрополь, и ее друзья. Да, ну, кстати, вот и не только в тот момент, как раз, когда Диана давала интервью, и она поблагодарила всех своих тренеров, даже тех, кто привел ее в этот мир, скажем так, в этот огромный, безумный, бильярдный мир. Первого тренера своего, да. Да, и даже вот когда-то, некогда мой партнер по команде сборной Москвы Георгий Маслов, да, также ее тренировал. Ну, много, я знаю, что Ивар Чвадзе даже приложился, скажем так, к этому. Арман Баклачан, это вот клуб «Гладиатор», где начинала играть Диана Миронова. Ну и потом, конечно же, да, Сергей Бауров, Алена Иванова. Вот знаешь, Саш, вот мы вчера буквально обсуждали, да, в различных видах спорта ведь нет ничего зазорного, когда люди берут различные мастер-классы, да, там курсы повышения квалификации. И именно для того, потому что информации много, у каждого трактовка своя, и Диана вот так вот как собирала по крупицам, собирала свой пазл, но видели мы несколько вот таких же интервью, когда она была совсем-совсем маленькая, у нее уникальные способности к анализу. Каждый свой матч она каждый удар запоминала. Вот как раз это вот было, по-моему, на чемпионате мира, она такая совсем маленькая стояла как раз с Сергеем Бауровым. И она рассказывала, вот я здесь вот так сыграл, здесь так. Она все это прекрасно помнит. То есть она в этом плане действительно самородок. И слава богу, что ей попались на ее пути шикарный просто шар от Дианы. Я думаю, била, конечно же, свой направо, упал чужой налево. А могли бы штаны упасть, да, в стиле... Да, я как это люблю называть, это итальянский удар штанини. Ну, потому что рубашка как раз у Дианы там написано «расчини», а здесь ей все-таки подходит штанини. Так, все ли в порядке? Все нормально? Отлично. Продолжаем разговор. И выбирает Валерия сейчас играть чужой в среднюю лузу, хотя есть свой в угол. Так, вроде все у нас нормально. И продолжу, Саша, вот эту вот как раз тему, что у многих специалистов, да, действительно занималась Диана Миронова. И ничего страшного, вот лично я считаю, да, что когда люди берут различные мастер-классы, это касаемо даже не только бильярда, касаемо других видов спорта. Потому что у каждого есть какая-то своя информация интересная, да, есть какое-то определенное зерно. И почему нет? Это как читать различные книги, да, вы же не по одной книге будете обучаться. Но прочитав их несколько, у вас в итоге будет какое-то свое видение. В бильярде получается, что вы должны прийти именно вот к тому, что удобно именно для вас, как вам комфортно, то есть, по сути, пройти этот свой путь. А вот какие тернии как раз будут на этом пути, да, это уже немного другая история. Да, и справляется с этим свояком сейчас Валерия. Тянулась, очень было неудобно.
значительно усложняет, конечно, любой шар тот факт, когда нужно до него еще дотягиваться. Да, но Лере дотягиваться, мне кажется, всегда немного проще, чем всем остальным. Да, конечно. Да, Лера девушка высокая. И вот сейчас свой, тоже, конечно, важный в связке всей этой серии. Да, справляется, молодец, Валерия. Да, вот как раз специально так, притаив дыхание мы смотрели, потому что, если честно, я боялся, что вновь перебьет она этот шар. Это вот несколько ошибок таких было, да, накопительных, и вот возникает такое вот чувство страха. Ну или, знаете, вот в наших репортажах раньше есть такой термин, он называется психологический цикл фрустрации, да, так называемый. Это когда вы накладываете результат предыдущего удара на следующий, мимо дали шар, да, не забили шар, и потом через несколько ударов вот это вас начинает гложить, угнетать, и у вас зажимаются как бы руки, зажимается все, что только было можно и нельзя, и очень сложно сделать правильный удар. Вот во вчерашнем, кстати, полуфинале Азиза Мадаминова и Сергея Кржановского, если вот кто был с нами, вы его смотрели, видели, наблюдали, был вот такой момент, когда при счете 7-7 прямой шар был абсолютно прямой в середину, да, с борта, но прямой. И Азиз Мадаминов его не забивает, потом после этого в эту же лузу также не забивает, несложный совсем, ну простейший буквально, да, что у нас, ну, конечно, простых ударов в такие моменты нет, ну, немножечко скучает Диана, мне кажется. Хочет она уже выйти к столу, не любит она сидеть, не любит она ждать. И вот после этого мы как раз с Сашей думали о том, вот не сломает ли это Азиза. Но нет, Азиз, конечно, это боец. Это лев, тигр, как писали ему в чате. И мы про него подробнее расскажем в мужском, да, финале. Да, конечно. Который вот состоится в 14.00 по московскому времени и в 16.00 по екатеринбургскому времени. Да, именно так. И вот как раз вот то, что, о чем я говорю, да, и это не сломало, в итоге та же луза покорилась. И то же самое сейчас аналогичная ситуация у Леры. Несколько раз она промахивалась, и при этом промахивалась однообразно, то есть перебивала, но не справилась она наконец-таки, наверное, с волнением. А я бы еще вот что отметила, что сейчас у нее немножко все-таки темп снизился. И когда она подходила к предыдущему свояку, и когда к чужому, то есть чуть больше настраивалась, все-таки не так уже бегала, как это было в начале. Потому что это ее привычный темп. Вот, и мы выясняем, что все-таки вот это ее привычный темп. К пятой партии мы это выяснили. Да, а не та скорость, которая была в начале матча. Ну, я уверена, что Валерия проанализирует этот матч со своим тренером и посмотрит его неоднократно, чтобы сделать выводы и исправить то, что можно исправить. И вот да, наверное, здесь уже на старте, да, условно говоря, можно сказать, что переиграла ее в этом плане Диана. Мы не говорим сейчас о технической составляющей, мы говорим сейчас именно вот о психологии. Все-таки у нас мастер спорта и заслуженный мастер спорта, да, то есть это люди, достигшие высот в бильярдном спорте, то есть это не любительский бильярд. И вот здесь именно в плане психологии переиграла Диана, точнее даже не сколько переиграла, нет, она играет всегда в привычном темпе. Мы это все знаем, мы это видим, но Лера, она решила взять ее темп, она решила чуть-чуть сделать это быстрее. И вот Саша, наверное, не даст соврать, да, мы много также внимания уделяем и тренерской деятельности, да, всегда старайтесь держать свой темп. Иногда можно даже соперника, скажем так, немного сломать, его сменить тактику, да, то есть здесь такая, наверное, аналогия может быть проведена. Ага, ну левая рука, хотя Диана играет с левой руки очень хорошо, не сбивает шар. Такую некую аналогию можно провести там с различными даже контактами вида спорта, когда ты меняешь темп игры, и соперник не может подстроиться. Поэтому надо всегда держать свою линию, то, как тебе привычно, и да пребудет с вами сила, как говорится. Поэтому пожелаем Лере опять-таки удачи. Вот только-только она пока нащупывает свою игру, но счет уже 4-0, поэтому здесь надо, конечно, в короткие сроки показать все, что ты можешь. То есть, вот представьте, человек тренируется долгие-долгие годы, и вот он выходит на свой финальный матч. Да, конечно, перед этим сыграв предварительные игры, но у тебя всего-навсего один час, чтобы показать все то, чему ты учился долгие-долгие годы, ежедневно, ежечасно проводя за бильярдным столом.
И вот просто на секундочку себе представьте, какое напряжение в этом случае испытывает спортсмен. Это вообще очень сложно представить, если ни разу не пробовал. Но при этом очень интересно смотреть и наблюдать, как вообще все происходит, как складывается игра, как ведут себя спортсмены, какая у них мимика, какие реакции. Да, и вот смотрите, кстати, у нас интересная ситуация, да, впервые, по-моему, практически в партии впереди Валерия Емельянова, и обратим свой взор на прошлый ее матч именно с Катей Брыченко, где она проигрывала 4-1 второму номеру посева, и все-таки выиграла. Вот сможет ли сейчас? Возможно, это тот самый момент, потому что другого шанса, боюсь, уже у Леры не будет. Да, сейчас надо, конечно, собраться просто по максимуму, сжать зубы и не делать вообще никаких лишних ударов, потому что каждый лишний удар закончится не только победой Дианы в этой партии, но и победой в матче. Нам все-таки хочется посмотреть немножко побольше эту игру. Да, но я уверен, что Диана не будет терпеть, не будет ждать, она будет пытаться закончить как можно быстрее. Ей нет смысла как раз брать темп Валерии. Диана никогда, мне кажется, не берет чужой темп. Она конечно, играет... конечно. Вот об этом я как раз и говорил, да. Поэтому она будет искать счастье в атаке. Пусть вот даже вот такой вот атаки по отыгрышу, но это атака все равно. Угу. Вот снова есть возможность атаки по отыгрышу, скажем так, свой в правую от разбоя луза, то есть в левую нижнюю с этого ракурса. На мягком ударчике с обратным винтом. И в случае промаха остается биток в лузе. Вот парни, спортсмены, конечно, здорово исполняют эти удары. Либо другой вариант, все-таки увести биток на другую сторону стола. И вот здесь опять-таки, Саш, мы видим, да, насколько медленнее стал темп у Леры. Даже вот именно вот то как раз даже момент такой, есть два понятия, о котором мы тоже говорили, да, это время нахождения возле стола, когда ты вот просматриваешь позицию, как раз именно то, что делает Лера, и время, которое затрачивает спортсмен, когда он уже встал в стойку. Вот сейчас, как минимум, по первому термину чуть больше времени затрачивает Лера, сейчас посмотрим, что у нас по второму компоненту. А вот здесь чуть быстрее она делает, то есть, в принципе, одно другому, конечно, не мешает. Но сильно затягивать тоже нельзя. Зачем тратить лишнюю энергию, лишние силы, потому что тем более счет у нас 4-0. Так, ну что у нас здесь? Будет ли свой к себе? Да, отбор-то ведет Диана свой к той же лузе. Либо на середину либо, да, короткого. Скорее всего, конечно, не могла она настолько ошибиться, да, на центр короткого. А это, как мы знаем, одна из шести точек безопасности, скажем так, в игре одним шаром. Потому что это четыре угловые лузы. То есть, если ты играешь свой и стараются спортсмены оставлять шар лузы, если он не залетает. И это два центра коротких борта. Вот сейчас хочется сказать, Валерий, не надо, не бей этот чужой через стол. Это сейчас не та... атака, которая необходима, и в том числе потому, что с ракурса, вот как бы со спины Валерии, он выглядит вполне себе простым. Но на самом деле, если мы посмотрим сверху сейчас, вот видите, он уже не так близко стоит к лузе, и биток стоит все же близко к борту, и можно сыграть на остановке вот этот бортовой, просто плотно прижать биток, и оставить Диане уже разбираться с этой позицией. И еще, может быть, даже замазать этот чужой. Но даже если не замазать, то ничего страшного в случае, если биток будет плотно прижат к борту. Тем более резко позволяет разойтись прицельному вместе с соседним шаром у короткого борта. И вообще никаких рисков этот удар за собой не несет. Но Валерия не ищет легких путей. Не усложнила сейчас, конечно, позицию Диане. Биток по-прежнему вполне себе высоко от борта стоит. Угол этого чужого, ну точнее, резко стало меньше, чем была. Да, я думаю, будет пытаться, конечно, его сыграть Диана. Нет смысла его оставлять.
Да, абсолютно точно. Да, конечно, надо было прижимать биток к короткому борту и даже думать об этом гораздо больше, чем о том, где будет прицельный шар. И, конечно же, проще это было сделать не на оттяжке в той позиции. Да, вот, к сожалению, нам отсюда не видно, насколько высоко стоит шар у нас от короткого борта. Как раз, да, вот теперь хорошо нам видно. Ну, под свой он стоит прекрасно, да, а вот под чужой, даже если биток в той зоне, конечно же, совсем не так прекрасно. Диана уверенно забивает свой седьмой шар. И матчбол. Седьмой разве? Ой, прошу прощения, да, не на тот счет посмотрела, мне уже показалось, нет, что... давайте немножко перемотаем, просто это Александра у нас окунулась в будущее, скажем так. Автомобиль DeLorean из фильма «Назад в будущее» прибыл, и вот забегает она чуть вперед. Ну, Саша, минуточку всего-навсего, подожди, да. Перемотаем назад. Все, мы здесь. Да, 6 у Дианы, правильно? Вот 6 теперь у Дианы. 6, да, 6 теперь у Дианы. Да. Александра Гизельс и 2 минуты будущего. Сейчас был небольшой перформанс от нее. Так, и так. Свой. Даже может сразу два. Хотел сказать, сразу два может упасть в этом ударе. Uh-huh. Потому что такой с дуплетом еще он идет. Обычно игроки, которые играют одним шаром, играют в заказную игру, да, то есть как на некоторых турнирах также бывает. В таких случаях заказывают всегда еще дополнительно чужой от борта. Ну или просто к себе, да, как многие говорят. Потому что при заказе дуплета он не засчитается, если он упадет там от двух-трех бортов. От двух, точнее, да, трех. Так, ну и что же мы сейчас видим? Есть ли свой? Да, конечно, очень непростой. На таком мощном отскоке. И снова перебивает. Валерия. Очень срывает сейчас удар, такая сразу большая скорость у нее включается в движении правой руки. Ну и очень сложно сделать плавный и плотный удар, когда вначале такая скорость. Но и Диана не добивает сейчас, попадает в правую губу, что позволяет битку вернуться, скажем так, в дом. Очень хочется, чтобы Валерия включилась, забила сначала этот шар, потом еще что-нибудь. И да, уверенно, еще и какой подбой. Здорово. Так, ну что же. Просто потрясающе. Ну что же, будет ли у нас первая выигранная партия от Леры, но еще до нее надо забить сначала седьмой шар. И, по сути, это как раз решающий шар, наверное, не побоюсь так сказать, потому что после забитого своего будет удар с руки, что гораздо упрощает прекрасное выражение лица у Дианы. Как, в принципе, и всегда. Она даже не смотрит на стол. Ничего принципиально нового она там не увидит. Абсолютно, точно. Абсолютно. Видела она там просто все, что только было можно и нельзя, друзья. Поэтому... Ну, иногда, кстати, есть даже такие моменты, когда игроки не смотрят на стол, потому что... вот представь, да, себе, представьте ситуацию себе, падает случайный шар, и ты начинаешь всю свою энергию тратить на то, что да как же так произошло? Так, есть. И вот он как раз шар. Ну что же. И вот мы слышим аплодисменты в зале. Недаром я, конечно, упомянул этот матч с Катей Брыченко, да, где с 1-4 одержала победу Лера, выиграв 4 партии подряд.
Но для, надо сначала начать, да, надо сначала выиграть и, соответственно, одну партию забить этот шар, что Лера и делает. Да, и Лера забирает эту партию, счет становится 4-1. Ну, мне кажется, за это можно просто действительно поаплодировать, да, вот справилась она вот со своими нервами, включилась немного, просто, к сожалению, поздновато чуть-чуть, да, но, естественно, столько времени Диана никогда не даст никому играть, но все же 4-1, матч продолжается. Странно, что не берут перерыв, кстати, да? 5 партий уже прошло. Один перерыв уже был. Один был, я знаю, да. Я имею в виду, ну, уже 5 партий прошло. Просто прекрасно. Как и всегда. Так, ну что же, 6-я партия у нас впереди 4-1. Впереди по-прежнему Диана Миронова. Ну, естественно, вопрос остается открытым. Сумеет ли дальше Лера навязать свою борьбу? Заметили мы тот факт, что в своем темпе она уже начала играть, что крайне не нравится Диане Миронова. Вот несколько планов наши дорогие операторы нам показали. Выражение лица Дианы Мироновой, которая говорит, что я хочу уже закончить, потому что темп ее и темп Леры значительно отличается. И, конечно, иной раз, когда сидишь долго-долго у стола, на стуле, да, то есть у стола, естественно, скажем так, замораживаешься, да, как будто бы, и выходишь у стола, к столу и не знаешь даже иной раз, что делать. А Диана привыкла именно находиться постоянно возле него, забивать шары, складывать партии из кия, то есть это вот ее привычное амплуа. Да, никому не нравится, конечно, проводить долгое время на стуле, вместо того, чтобы проводить его у стола. Да, Саш, вот, кстати, вот расскажи, обратимся вот к твоему матчу вот с Дарьей Михайловой, да, как раз, ну, ты являешься, скажем так, серебряным призером этого турнира по марафону, да, напомню, что все-таки лидер у нас сейчас у стола. Мужчины нас победили, так что вот не надо, даже не серебряным, мы где-нибудь в пятерке в лучшем случае. Ну, у мужчин все-таки до 6 побед игра. Так, и а что? Вот это ли не штраф? А вот это штраф? Нет, не штраф, доходит, смотри, да? Доходит, да. А потому что думали, что мы, если играть будет с таким активным обратным винтом, то как раз он так вернется обратно, да, именно так. Но давала немножко левого винта сейчас Валерия, и поэтому вот шар все же дошел до борта. И вот, Саш, возвращаясь к моему вопросу, вот насколько тяжело действительно, вот ты как никто это можешь подсказать, насколько тяжело в таких матчах вот, и долго сидеть, выжидать, и вот вообще есть ли какие-то вот такие для тебя приемы привычные, как выходить вот из такого состояния, чтобы, потому что задача-то в русском бильярде простая, да, казалось бы, забить 8 шаров, но именно забить, то есть не уходить там в длительные отыгрыши, потому что в итоге результат будет так не очень, скажем так. Вот подскажи, пожалуйста. Конечно, сложно переключать режим с ожидания на активный, и не всегда это получается, но, наверное, сложнее даже переключать режим, когда долго отыгрываешься, чем когда тебе забивают какую-то серию, например, там даже партию с кия, все равно это, ну, как-то это нормально, то есть я просто, когда играю, я знаю, что мне могут забить с кия в любой момент после там любого даже случайного какого-то упавшего, я прям готовлю себя, что это может произойти в любой момент, а когда именно долго нету игры по лузе, вот там, конечно, да, можно заморозиться, и там посложнее, ну, что помогает, как обычно, как-то себя взбодрить, какие-то мысли разные, не буду их озвучивать. Что-нибудь сладкого можно съесть в моменте тоже, чтобы немножко энергии появилось. И такой интересный удар, конечно, выполнила Валерия. Свой отыгрыш очень сильно раскрутила биток, таким образом, что он дошел аж до длинного борта, хотя, как мне показалось, задумка была в том, чтобы он остался у короткого. И снова Диана на серии. Снова на серии. И вот, Саш, в продолжении как раз вот
того, о чем ты говорила, наверняка многие наши зрители смотрели снукер и не раз, и вот там даже выходит такая плашка, когда долго-долго спортсмены отыгрываются, а как мы знаем, нам-то показывают мастеров высочайшего уровня, и иной раз бывает там по 45 минут без забитого шара, да, там прям вот есть такое у них, так, отличный удар, ну перетягивает. Перебор, да. И вот представьте, 45 минут вы не забиваете шары, и тут вдруг вы выходите, и вам нужно сделать какую-то серию. Насколько это тяжело, друзья. Поверьте, ну, я, конечно, в снукер не играл на таком уровне ни разу, но я играл в снукер, конечно, но это очень и очень тяжело. Просто, представляете, 45 минут вы сидите, отыгрываетесь, а потом вдруг вам надо сделать какой-то так силовой удар и еще раскрутить серию. Да, надо заниматься, конечно, у себя поиском тумблера, переключения этих режимов, знать, как себя успокаивать и как себя, наоборот, растормошить. Конечно, именно для этого как раз вот существуют профессиональные тренеры, профессиональные спортивные психологи, многие с ними работают, даже, насколько мне это известно, Ирония Усалливан прибегал как раз к одному из топовых психологов, даже, по-моему, тому, кто занимался с футбольной командой Манчестер Юнайтед, если мне не изменяет память, но с какой-то английской топовой футбольной командой. А, кстати, говорили мы о кие, которым играет Диана, потому что этот кий, приехала она с другим кием. Это я знаю точно, потому что взяла она его у одного моего хорошего товарища, я надеюсь, он сейчас нас слышит. Саша, привет. И этот кий она взяла тогда, когда мы с утра с ней разминались, ну, у нее был свободный день поверху, мы с утра вышли с ней как раз в клуб «Паблик», и вот это вот такой был интересный момент, даже снимал я это на камеру, абсолютно пустой клуб. 8 часов утра, Миронова у стола. И вот как, да, иногда говорили, да, последний в зале, да, первый на пьедестале, да, вот так вот, ну, и про аналогии с другими видами спорта. В свободный день, 8 утра, Миронова у стола. И вот это, конечно, одно из ее качеств, как бы, да, вот делаю чемпионкой. И тут подходит к нам один из организаторов и идейных вдохновителей этого турнира, Валера Копылов, который, кстати, вот рассказывал нам как раз и о этих шарах, и о столах, и показывает свой кий. Диана его берет, начинает делать несколько ударов, я тоже его пробовал, а у него такое ощущение, как будто он добрасывает, да, у него такой баланс интересный, вот она делала несколько свояков, которые здесь не докидываются, она их добрасывает. И она спросила, Валя, можно сыграть этим кием? Он говорит, да, конечно. И вот она играет. Представьте, человек просто взял кий уже во время турнира, и сейчас вот он играет в финале. Ну, как мы знаем, да, Диана вообще, она меняет кии как перчатки иной раз, да, всегда под свои параметры. Но это вот к вопросу о том, что все-таки не кий делает, да, все-таки нужны руки изначально, и уже под эти руки вы подстраиваете кий. Любым абсолютно инструментом можно играть. Так, а вот это вот интересный удар. Так, навешивается шар, возможно, даже и штаны опять-таки могли быть, на две лузы мог быть удар. Но на мягком ударе она ставила маску при этом. Вот так вот, да, вот мог легко коснуться 14-го шара, да, упасть, ну, вероятность такая была. Так, ну что же, ни в коем случае Леле не надо давать малейшего шанса Диане, ну как это сделать? 4 шара всего остается у Дианы до победы в нашем турнире. Так, что же предпримет? Саш, какие варианты? Вот давайте порассуждаем немного. Можно посмотреть, играется ли свой с правого длинного борта, вот, ну, с той половины. И если оттуда свой не бьется, то тогда можно тонко сыграть от белого и длинный борт, и длинный борт. И если вот здесь очень тонко, то это вполне себе безопасная зона. Так, не хотел я тебе перебивать твой прекрасный голос. А вот что вот сейчас был за удар? Кто-нибудь может мне сказать? Вот это вы видели, вы все? А что за что-то из мира пула сейчас было, какой-то джамп? Или из мира баскетбола что-то. Ну, конечно, очень сильно под низ попала Валерия, и поэтому шар подпрыгнул. Да, под низ, шар подпрыгнул. Но шар подпрыгнул другой, не биток. И подпрыгнул, да, шар, и не повезло, что выкатилось под атаку, но вот как раз-таки биток прикатился в ту зону, из которой совершенно спокойно играет свояк, а зона, из которой свояк не игрался, она находится немножко в другой части стола. И похоже, что хотела сильно оттягивать просто Валерия к себе свой, чтобы было сложно играть чужой, если он вообще бьется. Да, вот такой интересный выбор удара сейчас у Дианы при ударе с руки.
Так, шестой шар. Немножко сильнее, чем планировала, завела биток Дианы, но, по-моему, еще нормально играется свой, просто на очень сильном ударе. Или будет даже мягко подтягивать, да, и перетягивает Диана. Может быть, планировала как раз-таки мимо пирамиды, чтобы прицельный шар прошел, поэтому специально брала толще, что в резку как раз-таки чуть тоньше подбой произошел бы от одного длинного борта. Да, ну что же, 6-0 у нас по шарам впереди вновь Диана Миронова, 4-1 по партиям, всего два шара ей остается, ну или, наверное, говоря языком динамичной пирамиды, один свой. Вот мы видим на дальнем плане у нас как большие фотографии девчонок. Ну, действительно, прекрасная тут обстановка. Вот. Жалко, что не видно вот такое, не видно окружение того, что происходит здесь вокруг. Я надеюсь, у нас после матча как раз будет какое-то включение, где ребята нам покажут. Потому что в основном все-таки, когда зрители вот просматривают регулярный турнир, виден в основном только стол. Ну, вот мы видим там дальние сейчас столики. Да, но здесь но это еще музей, на втором этаже стоят стулья, и вот по периметру зрители смотрят еще со второго этажа, просто чтобы вот вы могли представить себе картинку. Да, ну просто как только я закончу этот репортаж, скажем так, у нас будет перерыв перед мужским финалом. Напомню, что он у нас будет в 4 часа по местному времени. И, конечно же, возьму я телефон, буду снимать, потому что стулья очень красивые. Так, а вот это что сейчас было? А вот это был сектор бонус, потому что, конечно, отыгрывалась Диана и целилась точно не в лузу сейчас чужого, потому что очень опасно целиться в лузу, такие шары чаще застревают, чем падают. И, конечно, в зависимости там от резки, чаще целятся в короткий борт и идеальный контроль битка. Но вот упал чужой шар. Да, теперь такое уже бывает. У нас, когда ты сказала фразу сектор бонус, там был, правда, сектор приз. Ты, конечно, совсем не похожа на Леонида Якубовича, но это как из программы «Поле чудес». Да, но вот седьмой шар вот таким вот образом покорился Диане Мироновой. Конечно же, да, он такой был интересный, скажем так. А вот это два таких подряд сейчас было. Да. Просто на тихом ударе забивает Диана, говорит, ну все, я выиграл, до свидания. Отыгрался и спокоен. Голова не болит, да, можно так сказать. Отыгрался, и голова не болит. Это опять-таки одно из выражений, используемых как раз в бильярдном мире. И вот на первый взгляд сейчас может показаться хорошим решением отправить свой в левую угловую лузу, но похоже, что тогда будет играться свой в правую нижнюю. И поэтому лучше отправлять на правую сторону дальнего борта, чтобы ничего не игралось. То есть как раз вот 14-й шар нам сейчас показывает, вот по его правой стороне тонко отправить, потому что оставлять биток на этой половине сейчас не лучшее решение. Повезло, что именно так, опять же, произошло, да, соударение. Конечно, конечно. Ошибается здесь достаточно сильно Лера, то есть не дает винта нужного, да, вот даже извиняется. Да, и сама, конечно, не очень довольна этим ударом. Диана играет просто и надежно. А нет ли случайно сейчас атаки в среднюю лузу? Не виден ли свой? Потому что если он есть, то я думаю, Лера будет его рассматривать так, как а атаку. Какую? Ага, вот этот вот вариант. Ну вот не знаю, хватит ли силы в этом случае. Ну, мне кажется, так далеко надо добрасывать. Да, добрасывать далеко, просто Валерия исполняла уже и не такие добросы, и даже перебрасывала. Но все-таки, да, принимает спокойное решение отыграться. Так, от борта в угол. Такое решение принимает Диана Миронова. Абсолютно открытая позиция, и не так много у нас мест для того, чтобы спрятать биток, после которого может быть атака. Начальная атака для Леры или последняя решающая атака для Дианы Мироновой. Один шар всего Вау, сердца. Вау, как сейчас здорово. Потрясающий удар от Валерии Мильяновой. Свой к себе, или как в простонародье это называется, француз, на обратном винте, на обратном нижнем винте.
блестящий удар, открытая позиция. И вот на самом деле только вот удачи можно пожелать Лере. Конечно, болеем мы сейчас в коем-то роде за нее, потому что хотим мы видеть всегда борьбу в наших матчах. И как раз-таки тот случай, когда Диана не ошиблась на предыдущем ударе. Она все сделала прекрасно, отыгралась из той позиции, которая была. Не то чтобы она усложнила позицию для Валерии, но просто поставила надежно. И вот да, абсолютно получила согласен, начало атаки такое. Но при этом шикарнейший удар сейчас сделала Лера. Что на остановке под свояка в среднюю. Или можно было бы поставить немножко правой резкий и на верхнем прокатывать под свояка, под соседнего? Нет, нет, я думаю, все-таки более так прагматично будет сделан удар. Чем меньше, вот есть такая трактовка, скажем так, чем меньше делает движение биток, тем проще его контролировать. В основном, конечно, вот, кстати, обратим ваше внимание, вот эти вот приемы именно в динамичной пирамиде, они очень схожи с пулом, с американским, да, и как раз вот та трактовка, которую я назвал, это из мира, скажем так, пула, где игра идет только битком и одни чужие шары. Поэтому, как только вы начинаете работать уже с активными винтами, вы можете где-то не докатить, где-то перекатить. Поэтому всегда стараются игроки, профессиональные игроки, меньше задавать так. Так, ну, к сожалению, после удара с руки, после такого шикарнейшего свояка в начале своей серии ошибается Валерия. Жестковато же играет этот свой, конечно, и снова перебивает. Да, потому что как только добавляется вот эта вот излишняя скорость, шар перелетает, тем более, что у нас новое сукно. Вот я даже так вот, ну не могу я не эмоционально реагировать, потому что вот были мы с ребятами вот все это время вместе, и общались там, да, и ужинали, и все. Конечно, мы болеем за ребят в любом случае, и когда вот такие вещи происходят, да, вроде такую красоту мы видим, и вдруг на таких простых, как казалось бы, шарах ошибаются спортсмены, спортсменки, в данном случае, очень и очень обидно. Пытаюсь я, возможно, в некотором роде транслировать то, что происходит у них внутри, но совсем буквально чуточку. Конечно, только им известно, что там происходит. Так, но и Диана не отвечает, скажем так, да, восьмым шаром. Но нет у Леры здесь, казалось бы, ничего такого. Даже француза нет, она могла бы опять-таки начать с него. Если нет француза, должен быть дуплет. Вот. Но похоже, что тоже вот не очень. Прошу записать эту фразу Александра Гизельс. Если нет француза, должен быть дуплет. Друзья мои, вот для тех, кто играет одним шаром, вот я обязательно надо по таймингу посмотреть. Классная фраза, Саша, спасибо. Вот одна добавочка к нашим сленговым выражениям устойчивым. Так, ну а что в этой позиции? На мой взгляд, имеет смысл ставить биток именно на середину короткого борта, не ставить его ни в правую, ни в левую лузу, потому что какой-то из свояков может играться. А вот на самом деле, Саш, я даже здесь с тобой соглашусь, потому что тот шар, который у нас находится под номером 2 от правого длинного борта, и дуплет просматривается, но при этом свой можно подтянуть к угловой лузе. Да, то есть он будет являться безопасным. Лично я, кстати, обожаю эти удары, если честно, и в Сибирку в играх одним шаром, в частности, или как у нас динамичную пирамиду, очень-очень часто мы видим. Вот на моих глазах Осип Абрамов, например, при счете там 7-7 сделал такой удар в одной из партий. Также примерно вот стояли шары и подводил свой на нижнем мете, он тянул на угол и забил дуплет. То есть это вот происходило на моих глазах, поэтому ничего в этом такого нет. Контроль битка и атака. Так, ну вот здесь, чужой через весь стол. И свой также подтягивала, да? Да, да. Все правильно абсолютно делала. Тут нету никаких таких сверхнырковых ударов. Биточек у нас вот послушался Диану, скажем так, да? Видите, вот как он шел. Но пришел в другую сторону, встал в безопасное место. Надеюсь, Лера не будет кидаться вот на такой свой в центр, потому что это единственная, наверное, возможность забить хоть что-то здесь. Так, ну смотрим дальше.
Вот даже, мне кажется, фотография Дианы Мироновой сейчас справа, вот как раз, которая была нам предоставлена, даже, мне кажется, она немного давит. Вот стоит она даже в такой позе. Вот мне кажется, если бы я там сейчас находился, мне было бы некомфортно. Да, это как в сказке Простоквашино, вашу маму и там, и тут показывают. У тебя давление просто с двух сторон какое-то осуществляется. Так, тоже неплохой очень ударный винтик. Кстати, да, такие шары падают, друзья. Вот, вот из практики, можно сказать, это только винт на лузу дается, практически в лоб надо целиться. И немного тоньше сейчас попала Лера. Вот эти удары как раз играются в лоб на мягком винте на лузу. Тогда получается вот это небольшое смещение от винта, да, шар уйдет как раз не в лоб, а чуть-чуть тоньше. И спокойненько так медленно вкручивается в лузу. Так, чуть было, не было. Ну, чуть-чуть толстовато попадает Диана, для этого удара, да, совсем немного. Не такой уж и простой, скажем так, этот удар был. Естественно, по отыгрышу. Так, и опять. Лера здесь в этом плане молодец. Она ни в коем случае не ускоряет темп. Понимает она прекрасно, да, что был счет 7-0, уже пару шаров забила. Торопиться уже абсолютно некуда. Поэтому я понимаю, конечно, что Лера меня не слышит, но так хочется ей немножко так мысль донести. Не торопись, у нас до мужского финала еще полным-полно времени. В любом случае, до вас, пока вы не закончите, мужской финал не начнется. Поэтому... Какой тебе темп удобен, с таким темпом и играй. Прекрасный шар в исполнении Леры Емельяновой. И вот это вот, посмотрите, сейчас опять на Диану, она в сторону смотрит. Прям фраза в голове, да что ж такое-то, я же отыгралась. Второй раз, кстати, хороший удар действительно делает Диана. Вот обратите внимание, отлично отыгрывается Диана. Но, может быть, только вот в самую лузу можно было поставить. И второй такой шар из нестандартных, особенно вот в женском бильярде. Это мы привыкли, что мужики у нас в основном атакуют все, что только не попадя, да? А здесь, конечно, мне кажется, вот никто не ожидал такого варианта. Одна из причин часто таких бросковых атак – это когда не знаешь, что делать, как отыграться, как выйти из этой позиции. То есть, возможно, да, здесь было сложновато попасть в коридор так, чтобы привести туда, куда хочешь, и не оставить какую-то подставку. Но шар блестящий, то, что Валерия на него решилась, то, что она его забила, это, конечно, очень мощно и очень здорово. Похоже, что наконец-то подуспокоила свое состояние, свои нервы и нащупала свою игру, судя по вот нескольким ударам в этой партии. Да, ну на самом деле, действительно, только вот только аплодисментов заслужит как минимум вот эти вот два удара, но будем надеяться, продолжится серия. Напомню, такую обидную ошибку она совершила вот после того удара как раз. То есть она сыграла с руки шар и потом ошиблась на достаточно простом свояке. И настраивается сейчас тоже на свояка. Несколько раз, похоже, и Валерия уже перебивала. Сделала ли она поправку? Поправку сделала, но все же не забила. И немножко заступается за Валерию, не прикатывается ничего. Вот обрати внимание, Саша, вот с этого ракурса было прекрасно видно, как рукой как будто, да, подвернула она удар, да, немножко так закрутила его, да, и это, ну, скажем так, более, наверное, техническая ошибка, потому что максимально ровность, это так, ага, удар Скорпиона в исполнении Дианы Мироновой. Ах, да, как блестяще мягко, ну на какой просто, Диана. На нежностях был удар, и мы поздравляем Диану Мироновой с победой. Так и не дала Диана раскрыть Валерии свой потенциал, показать свое мастерство. Но мы поздравляем Диану с очередной победой. Мы поздравляем Валерию с финалом этого турнира. Это блестящий результат. И всем болельщикам спасибо большое, что были с нами. Да, друзья, у нас в 4 часа включение, прямое включение отсюда, с Екатеринбурга, мужского финала. Поэтому всем вам спасибо. Диана, молодец, браво. Лера, молодец. А с вами были... Мой любимый партнер Александр Гизельс и Павел Щербинин. До скорых встреч.